Место хорошо охраняется. В Синайских горах души мертвых нашли свой приют. Что происходит? Ты не слышал? Старый некрополь в горах наводнили мертвецы, которым закрыт путь в загробный мир. А, с этим нужно разобраться. Под железным ярмом, во власти Рима, наши дети рыдают вслед удаляющейся земле. Исида, защити меня и мою жену. Неп, нужна помощь? Моей жене пора в обитель Анубиса, но меня ноги не слушаются. Что ждет меня в некрополе? От одних лишь рассказов можно посидеть. Я иду туда. Если хочешь, могу взять тело твоей жены. Правда? Я век этого не забуду. Не нравится мне это. А это еще что? Рассказы могут оказаться правдой. Что за зло тут бродит? Похоже, песня не врала. Звучит, как голос злого духа. Это руки и ноги мертвецов. Кто-то осквернил их тела. Кто тревожит мой покой? Я воплощение Сета, бога хаоса, разрубивший Осириса и рассеявший его части по всему Египту. Ты осквернитель и убийца. Ты воплощение Исиды. Думаешь, воскресить своего мужа не выйдет.
ты больше не потревожишь мертвых. За каждым начальником Руфио. Они расскажут тебе все. А Саркона нет уже 2 недели. Этот призрак должен был изучить каменоломню. Но тень куда-то пропала. Возможно, Саркона уже нет в живых. Несколько дней назад он отправился на торговый корабль, а там полно римлян. Будет очень жаль его потерять. Он предан людям и делу незримых, как никто. Жизнь за него отдам. Маленькие клетки. Они для детей? Лодку кто-то обшарил. Сломанный щит незримых. А Саркон был тут. А Саркон, где ты? Бедняга. Эти детские клетки ужасны. Мертвый торговец и трупы римлян. Тот, кто их перебил, сделал это очень искусно. Уверен, это был незримый. Торговца ограбили. Странно. Саркона держали тут. Мы вырвем их с корнем
Я ждал тебя! Помоги мне! Помоги мне! Уходим отсюда! Ты великий Баек, да? Послушай, осматривая порт, я заметил женщину, спасавшую детей с корабля работорговца. Грабитель — та самая женщина? Набатейская воительница Шакелат. Она разит, как молния, а добычу раздает людям. Я следил за ней, но был схвачен римлянами. Она спряталась вместе с детьми во дворе между убежищем и каменоломней. Помните, вы просто дети. Я защищу вас. Синай — ваш родной дом. Ты такая храбрая, Шакелат. Ты настоящая Исида. Клянусь Амоном Ра, я не позволю римлянам продавать вас, как мешки с зерном. Не дай им опять нас забрать. Очень хочется вкусной еды. Скоро, милые, скоро. Ты воруешь для людей в каменоломне? Если схватишь меня, я вырву себе сердце, но цепей не надену. Эй, не волнуйся. Но римляне этого так не оставят. Пытаясь защитить людей, ты можешь причинить им вред. Нет, я не причастна к римскому гнету. Я дарю свободу. Ты порождаешь гнет. Освобождение не воровство, а искусство. Свободу не берут, а создают. Я знаю, какой бывает свобода. Я жила с любимым мужем в Набатее, пока Тацит не раздавил его, словно муху. Вот и они. Покажи, на что способна. Ничто меня не остановит. Куда ты? Я тут не останусь. Нужно отвлечь римлян от этих крошек. Других нет. Придут другие. Нет, если поможешь. Не понимаю, о чем ты меня просишь. Ты храбро бьешься. Воины, подобные тебе, редкость. Наш путь не разочарует тебя. Мне плевать на культы. Мы освободители, что не подчиняются лживым оракулам и тиранам. Ты избранная. Я хочу исцелить наши земли. Шакелат, я вижу, что у тебя душа незримой. Но
Как доверять незнакомцу? Я спасаю людей одна и верю лишь себе. Мы ценим одно и то же. Просто реши, применять свои навыки ради блага немногих или же всех. Взгляни мне в глаза и скажи, что впредь не будет ненависти, войны и людей в оковах. Наша кредо покончит со всем этим. Кредо. Если решу принять и поверить в него, то что должна буду сделать? Прыгай. И что теперь? Невероятно! Я думала, что умру. Ты возродилась, став незримой. И что теперь? Тебя ждет наше убежище и церемония в твою честь. Я готова стать призраком. Теперь ты в братстве. Харва знает толк в работниках. Страх! Повстанцы говорили про эту каменоломню. Слышал, Аритас убил себя, чтобы не попасть сюда. Осирис, забери меня. А, ты призрак-убийца, о котором поет Хагану? Детям здесь не место. Да, господин. Видите, как детей пожирают глазами? Купили у работорговца на пути гора, где бог мчит на своем скакуне. Я убью негодяя, и вы снова узрите солнце. Спасибо, призрак. Не зря люди тебя хвалят. Ламон, мы спасены! Хай пессешн гередук, а нюменс неоджерианг.
Ich bin mehr gerettet, du bist nur! Nadio!
Incumbite! Nunc honos ne descendas! Siste! Ne tu! Et non movere! Ultimem quod! Tentaset! Olite ivi! Et parcutiamus eum! Ego ascendam tibi dolor!
Встречу с Гамилатом у пирамиды. Не могу поверить, эту пирамиду разбирают. Что происходит? Сразу накинуться.
Стража держит ухо востро. Надо действовать аккуратно.
звездных осколков воля Набатеи и Египта будет раздавлена. Мешай!
Sanguinem damnatus! Venit in! Nummes nice, schön! Percutiamus eum! Ultimem god! The truth! Nostimobus mori vermis! State! Vola! Местные воры совсем обнаглели. Вести торговлю становится все сложнее. Если покончишь с ними, я буду рад. Сиджириет. Хай десешн гере. Thank you.
Bededuk ani kayet. Besuros tuntun! Stande! Hola! Stande! A sepulcrum! Si se! Ne tu! Et dabo vos in consumationem! Memento quod docuerimus!
пришел! Будешь страдать! Я выполнил просьбу ряда. Нужно вернуться. Не от богов. Но знай, что Ра улыбается тебе. Ну, мы с Нио Джириан. Oh.
Incumbite! Нужно быть осторожным. Et non movere! Che capitis? Tibi ave! Tibi mane! Ramas! Kulas! Yeah.